то для любого натурального номера, ну, отлично от единиц. Когда единицы, они все же будут нулями, правильно? Для любого натурального номера n, отлично от единицы, вот так указанном порядке является тремя последовательными членами арифметической прогрессии. Поняли? Показать надо. Для этого, если вот так дается, надо прийти к этому, правильно? Для этого мы что делаем? Надо логарифмировать, правильно? По основанию n, то тогда будет логарифм по основанию n ac степени, это будет произведение, правильно? Степени вот это. Будет логарифм по основанию AB равно логарифм по основанию n c в квадрате. Теперь, если вот это тоже перейти по основанию n, то тогда у нас будет логарифм по основанию n b, деленное логарифм по основанию n a, умноженное логарифм по основанию n a плюс логарифм по основанию n b равно 2 умноженное логарифм по основанию n c. А, это С. Правильно? Теперь, если вот это указано в виде арифметической прогрессии, то отсюда следует, что логарифм по основанию АН плюс логарифм по основанию СН будет равно 2 умножено логарифм по основанию bn. Верно? Если вот это логарифмическая прогрессия, то так же будет? Если вот это a1, это a2, это a3, a1 плюс a3 удвоенное a2 же будет? Да, да. Вот это я написал. Ага. Теперь, если его переписать как по основанию n, при этом мы же ничего не меняем, правильно? То тогда здесь будет единица, деленная логарифм по основанию n a плюс единица, деленная логарифм по основанию n c равно 2, деленная логарифм по основанию n b. Правильно? Теперь, здесь, поняли, да? Чтобы прийти к этому, здесь что надо? Общий знаменатель один, и потом перекинем. Да? То есть, если вот это раскрыть скобку, то тогда что будет? Это с этим сокращается, просто вот это будет, правильно? А? Это с этим, если будет логарифм по основанию n b умножено логарифм по основанию n c, деленное на логарифм n a, это равно 2 умноженное логарифм nc. Верно? Теперь, чтобы прийти, мы же вот сюда должны прийти. Для этого мы здесь обе части это делим на что? Логарифм по основанию mc умножено на логарифм по основанию mb. То тогда
здесь определение вот это на это будет единица, деленная на логарифм по основанию n c плюс. Здесь n сокращается же, будет просто единица, деленная на логарифм по основанию n a равно 2, деленное на n, с этим сокращается, будет логарифм по основанию n b. Вот это и требовалось доказать. Поняли? Да. Вот. Все?